дорожная карта практически реализована. У нас нам строить газопроводы стало легче, быстрее, дешевле и проще. Я могу перечислить такие вещи, например, как нам не нужно получать разрешение на строительство, на при строительстве газопроводов до 1,2 мегапаскаля. Это практически, это все газораспределительные газопроводы мы можем строить без получения разрешения. Вот этот, я уже говорил, уведомительный характер получения разрешения на земляные работы. Я считаю, что это прорыв. Прорыв именно в строительстве. И это значительно ускорило наш этот процесс. Есть региональные решения, региональных штабов, когда мы заходим на улицу и строим сразу всем отводы, и больше к этой улице не возвращаемся, даже если нет заявок. И нам же главное, чтобы власть или субъект, который реализует свою программу газификации, дал нам такую возможность, и ну, мы считаем это разумным. Не 5-10 раз к улице возвращаться, а один раз пройти, проложить трубу вдоль улицы, сделать отводы ко всем границам всех земельных участков, один раз заасфальтировать, один раз сделать благоустройство. И многие главы субъектов, руководители региональных штабов идут на это. Это, конечно, значительно упрощает жизнь строителям, которые строят газовые сети по программе газификации и догазификации. Такие мероприятия, как газовый форум, безусловно, позволяют и помогают обрести новые контакты, познакомиться действительно с новой продукцией, ну и, в общем-то, шагнуть, наверное, дальше. Такая форма общения, позволяющая объединить несколько участников, технически это порой сложно сделать в обычной жизни, ввиду насыщенного графика многих из коллег. Поэтому тут действительно можно там в течение 15 минут организовать ту встречу, которую порой ты можешь месяц, а то три ждать. Вот, поэтому это очень важно.